В его трудовой книжке всего одна запись, и он по праву ей гордится. В легендарном 311, сотрудники которого строили заводы, самолеты, административные жилые здания, Виталий Симонов проработал более полувека. Его профессиональная карьера начиналась с города Вознесенск, куда он был направлен по окончанию вуза мастером строительного управления химкомбината. Но по семейным обстоятельствам Виталий Алексеевич вернулся в Самару, тогда еще Куйбышев. Здесь и началась большая история, подарившая столице региона лучшие здания в плане архитектуры, настоящие символы областного центра. Мы оставили потрясающие след. Но самое главное наше детище, я считаю, что это восстановленный из полных руин храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Он уже 27-й год работает. Мы поселились в Екатериновке в процессе строительства, ее полюбили, естественно. Свой 85-й день рождения Виталий Симонов встречает в кругу близких людей и не устает благодарить судьбу за то, что его жизнь сложилась именно так. Создатели Самарской филармонии, больницы Рядавина, Пирогова помнят и любят даже на Кубе. Туда много лет назад заслуженного строителя направили работать по контракту, назначив заместителем главного инженера. Усилиями большой команды под его руководством в городе Сантьяго-де-Куба появился текстильный комбинат. «Мас гранде это Америка Латина», как говорили, с удовольствием, с гордостью кубинцы. Ну, а потом продолжалась работа в Тресте. Поздравления с днем рождения, с очередным юбилеем сегодня летят со всех концов страны, где у Виталия Алексеевича есть друзья, коллеги, близкие. Телефон не умолкает. Среди пожеланий здоровья и творческих успехов особенный звонок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Добрый день, конечно, Дмитрий Игоревич. Для меня это большая честь, и я очень доволен, что вы нашли время меня поздравить. Подарки юбиляру вручили от главы города Елены Лапушкиной, городской думы, районной администрации и департамента опеки. То, что вы совершили вместе со своей большой командой, а 311 это была самая большая команда, это дорогого стоит. У нас не было бы ни дошкольного образования, ни школ, ни дополнительного образования, если бы вот то рукотворное, что совершили строители в то время, мы сегодня этим благополучно пользуемся. Детские сотрусичи в Приволжском микрорайоне, дом актера, дворец спорта, в котором выступал сам Высоцкий. 16-этажные жилые дома на улицах Коммунистическая, Дачная и проспекте Кирова, здание школы милиции в Кировском районе и даже знаменитый дом по проспекту Ленина 1, в котором, к слову, проживает сам юбиляр, идея выдающегося строителя Симонова. Он был построен для научно-технических работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году в честь генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. Никогда не забуду, когда договорились по телефону с Козловым Дмитрием, что я вас посещил. Я понятия не имел, кто это такой Козлов. А друг меня предупредил, что это личность союзного и мирового значения. Об эпохе, подарившей городу лучшие здания архитектуры, Виталий Алексеевич вспоминает с большим теплом. Вместе с многоэтажными домами, которые строились для жителей областного центра, росли его дети, внуки, менялось время и город. Одно оставалось неизменным – делится почетный гражданин Самары. Тяга к любимому делу и ощущение того, что трудился не впустую, а во благо развития области, города и страны. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.